Всем привет! Хочу рассказать о препарате «Стоп лишай и грибок». Это спрей для собак и котов, эффективный препарат для лечения грибковых заболеваний. Во флаконе 30 мл. Основной компонент этого препарата – это клотримазол, противогрибковый препарат. Значит, в рекомендациях необходимо наносить на ватный спонж 0,2-0,3 мл на вес 1 кг животного, то есть вам необходимо рассчитать вес, и наносить на кожу. И желательно одевать воротничок на 15-20 минут, чтобы после обработки животное не слизывало препарат. Это отечественный производитель. Вот такой вот замечательный препарат. Спасибо вам за внимание.